Привет, девчонки! Как ваши дела? Как прошел день сегодняшний? У меня вот пришли посылочки. Если найду на сайте где-то идентичные, отправлю ссылки. Теперь что? Это заказы людей, кто заказывал. И покажу то, что себе заказала. Ну и здесь кое-что на продажу. Что хочу показать, девчата? Взяла такие наборы, сейчас все покажу, одинаковые абсолютно. Это просто чашки и блюдца. Чашки и блюдца, сейчас минуту. Давайте так. Не обязательно, чтобы я была вам видна, а виден был товар, да? Выбрала именно, знаете, такие блюдца. Чашки такие вот. Именно такого цвета выбрала. Так мне больше нравятся. Более такие как-то, как деревенские, как будто бы. Вот такие чашечки идут. 6 штук в коробочке. Такие хорошенькие. И не тяжелые такие. Хорошенькие. Это я взяла, но не знаю, может быть, я оставлю себе. Что-то так уже смотрю. Уж такие симпатичные. Сейчас, минуту. Здесь должны быть блюдца. Одинаковые две коробки. Не захотела разные. А вот достану. О, хорошенькие. Вот такие блюдца, смотрите, девчонки. И такая чашечка. Такой стиль, знаете, какой-то вот сесть и попить чай. Очень удобные. Как глиняные, как будто. Что-то такое вот. Очень хороший набор. Понравился. Именно этот цвет понравился. Остальные яркие. У меня есть яркий набор, поэтому не хотела. А вот эти мне понравились. Теперь надо как-то это все сделать, как было. Сейчас, минуту, девчата. Покажу остальной товар. Угу. Вот так сделаем. Все. Не знаю, то ли оставлю себе, то ли не оставлю что-то вот. Задумки у меня, посмотрим. Ну, у меня много посуды, просто я, честно сказать, и не знаю даже, нужно ли она мне. Вот таких вот два набора. Давайте так, неправильно немножко поставлю. Идут вот такие цвета. В таких цветах идут хорошие, очень. Думаю, для подарка очень хорошие. Хорошие наборы. Так, сейчас минуту. Здесь заказывали такой миксер 2 в 1, да? Здесь что идет? 2 в 1 или 3 в 1? Блендер. Да, 3 в 1, наверное, блендер. Обычный блендер у нас вот такой. Потом сама голова, куда одевается этот блендер. Сама чаша идет. Чаша такая вот, не буду все открывать. Такая чаша, венчик одевается на эту штуковину и удлиненный. Сейчас и идет. Что тут еще? Такой стаканчик. А там насадка переходник еще внутри лежит. Такой стаканчик, все. Это для блендера стаканчик. А это получается чаша для, ну, измельчитель. Также пришла вафельница такая вот. Угу. По-моему, цена 4000 с чем-то. Не помню, честно, девчонки. Вот вообще. Вафельница, как вафельница. Такая вот электровафельница. Розеточка имеется. Так, что тут открывается? Здесь, значит, просто вот на 2 вафельницы, да, получается. Угу. Хорошая штука, удобная. Истек, и все. Что интересное, девчата, это я взяла. Сейчас присяду себе тазы. Из того, что я взяла себе, это тазы.
очень мне нужны, вам понравятся. Такие, знаете, очень хорошего качества. Ближе подойду к камере и покажу. Буду опять шебуршать. Такие тазы, смотрите, какие качества, очень хорошие. Прям отличные. 20 сантиметров. Очень красивые. Угу. Цена 6, уже не помню тоже. 22 сантиметра, но качество очень отличное. Так вот поставим. Потом остончание можете заказывать. 26 сантиметров тазик. Смотрите. Красивые. О, сюда чужой тазик зачем-то. Так, теперь этот у нас 28 сантиметров. Посмотрите, какие тазы шикарные. Угу, ну, пирамиды. И самый большой — это 32 сантиметра. Смотрите, какие отличные. Будем ставить тесто. Вот посмотрите, какая пирамида получилась из тазиков. Набор этих же тазиков с такими же размерами, но только в серебряном цвете. Ну, тоже неплохой. Давайте один открою маленький. Вот. Ну, тоже очень красивые. Угу. Очень хорошие. Качество хорошее. Не тонкие такие, знаете, как бывает же тонкие. Нет, эти хорошие. Это чужие девчата заказывали, заберу. Сегодняшний обзор не будет тоже длинным, не утомлю вас, так как сама тоже подустала. Но, значит, тазики золотистые мои, остончание, кто хочет, пожалуйста, можете со мной связаться, заказать себе такие тазы. Цену подскажу. Хорошо? Не обижайтесь, что цен не помню. Много товара бывает приходит, и я просто путаюсь. Должна быть завтра тоже одна посылочка. Что здесь? Здесь купили такие яблочки домой. Скоро Новый год убираем. Кстати, в пятницу вечером должна снять видео. Просили, как я разбираю украшения новогодние. Вот, хочу снять обзор такой. Это такие яблочки декоративные, просто для красоты. Цена недорогая. 600 тенге. Надо перевести в рубли. Вот такие яблочки. Очень красивые, как декор. Так, ну теперь вот это тоже чужой заказ. Викалина кастрюли. Но я хочу открыть и показать вам качество и посмотреть сама. Так, мне нужно срочно, знаете, что-то есть от мушек жгут. Я, знаете что, садила луковичные. Думала, что они к Новому году расцветут. Как же они называются? Не лилии? Нет, не лилии. Памяти нету. Посадила, а они, знаете, земля хорошая, покупная, магазинная вот эта вот земля для посадки. А они почему-то горшок как нормально с грунтом, и есть там подложка была вот эта вот, чтобы пропускала воздух, но завелись мушки. Пришлось их удалить, высушить и уже летом посадим в огород. Так, теперь здесь что хочу открыть и посмотреть. Адам ящик ничего не обидится без этой упаковки. Девчонкам. Так, теперь просто хочу посмотреть сама. Такого набора у меня нету, но есть идентичные этим набором. Поэтому, может быть, если понравится. Но у меня уже много кастрюль, поэтому я бы не хотела. Сейчас ближе камеру установлю и посмотрим. Итак, данный набор, что у нас имеет, да? 599 евро показывает. Раз, два, три, четыре. 12 наименований. Но 12 наименований идет с крышками. Видите, здесь очень хорошо. Хорошие добротные крышки. Написано «Виталина». Вот крышки. Очень хорошо сделаны. Добротные. С улицы занесла.
в машине у меня были, поэтому запотевают сразу. Так, это крышечки сюда уберу. Крышки как крышки, видели, да? Будем их. Это открываем. И здесь я, что у нас? Здесь идет такой ковшик. О, такой ковшик очень хорошего качества. Качество просто отличное. Тяжелый. Такой чувствуется, что есть двойное, тройное какое дно. Очень чувствуется. Хорошее. Радует, тоже нравится ковшик. Так, это мы снова поставим потом в порядке таком же. О, вот знаете, когда посуда тяжелая, это уже говорит о чем? О том, что она качественная, эта посуда. Видите, какое дно и такая тяжеленькая, хорошая очень. Угу. Здесь объем какой? Написано там, на ящике самом написано, такая идет. Мне потом надо, знаете, в том же порядке положить. Здесь идет, видно, крышечка от ковшика. Все как на рисунке, рисунок покажу. Здесь тоже такая же кастрюля, уже больше объема. Как все сделано четко. Поставлю, чтобы нам, так сказать, не нарушить. Потому что как это, иногда вытащишь, а потом и не знаешь, как положить обратно. А это не чужой товар. Так, такой идет чайник со свистком. Ох, ох, красивый какой. Так, блестит хорошо. Так, чайник со свистком. Мы сейчас. Угу. Хороший. Я так думаю, что объем 2,5 литра. Видно сразу, что объем примерно 2,5 литра. Хороший очень. Очень хороший чайничек. Это так. Здесь у нас что? Здесь кастрюля уже побольше. Ой, этот объем, наверное, литра 5, наверное, я думаю. Кастрюля добротная, хорошая, тяжелая. Очень хорошая кастрюля. Думаю, литров 5 точно будет. Так, это сейчас обратно. Здесь же крышечки, крышечки. И знаете, что хочу показать? Я хочу показать и поставить обратно, что сейчас сковородки идут с антипригарным покрытием, что радует. Видите, сковородка глубокая, хорошая, с антипригарным покрытием. Вот. Очень хорошая. Очень набор. Тяжелая, хорошая, добротная. И на все эти, на все это есть крышки. На все вот эти кастрюли, на сковородочку, на все это есть крышечки. Сейчас мы не повредить. Эта кастрюля была здесь. Это вот. Это здесь. Кастрюля на место. Чайник на место ставим. Все, одеваем. Все очень хорошо упаковано. Остончание тоже. Кого заинтересует, цена ниже рыночной. Можете заказать. Так, что еще? Эти крышки обратно ставим, потому что боюсь, что как они были. Видите, не помню. А, все. Шучу. Как были, да? Так, это было. Как было? Вот так. Вот так было. Эти были. Спасибо, девчонки, за комментарии ваши, что пишете, интересуетесь. Ну, вот такая вот жизнь посылочная. Сегодня тоже мошенники написали мне на смс пришло, что пройдите пока с почты приложению. Вам пришла посылка, но мы точного адреса не знаем.
Захожу точно, Казпочта, начала заполнять. Потом думаю, почему карту, почему спрашивают карту, номер, все вот этот трехзначный код. А потом поняла, мошенники. Сейчас очень много мошенников. Поэтому вот такие штучки красивые. Декор. Очень любим такой декор. Все, девчонки, спасибо. Сердечки.